Приветствую вас. Для начала мне бы хотелось сказать вам о том, что ваша проблема, она с одной стороны является достаточно закономерной, с учетом того, что вы сказали и рассказали нам здесь. Но, с другой стороны, у вашей проблемы есть определенная специфика. И эта специфика, она может быть использована вами неосознанно для, опять-таки, неосознанного разрушения того, что у вас сейчас есть. Я поясню, что я имею в виду, безусловно. Но давайте пока начнем с того, что, скажем так, ненависть. Ненависть и непонимание, да, непонимание того, почему, наверное, мужчины так себя ведут. То есть, когда вы были чисты и хотели семью, а вас потеряли ноги. Давайте подумаем, с чем может быть связано то, что о вас вытирали ноги. Давайте подумаем, с чем может быть связано то, что вас не ценили, то, что не видели в вас, собственно говоря, женщину, не видели в вас достойного партнера. Связано это в первую очередь с тем, что вы называете время тяжелого ученичества. Вообще говоря, не совсем понятно, почему вы позволяли себя учить. Почему вы позволяли унижать вас, применять насилие, оскорблять и прочее. Ну, наверное, какие-то обстоятельства вас к этому подвигли. Наверное, что-то заставляло вас терпеть это все. Наверное, заставляло вас это все терпеть желание семьи. Вот как я понял, исходя из вашего сообщения. Вы хотели семью, и вы ради этой семьи готовы были терпеть все, что вот, собственно, вам давали эти мужчины. Конечно, возникает вопрос о том, почему вы это терпели, и что должна была вам семья возместить такого, что вы не получали сами. Но это скорее уже из области второй части моего ответа, а находясь в рамках первой части, мне бы хотелось продолжить свою мысль. Мужчины видели в вас зависимого человека. Мужчины видели в вас нуждающегося в них человека. И из-за этого они не ценили вас, не уважали вас, но самое главное, не чувствовали себя с вами мужчинами. Они чувствовали себя кем угодно. Отцами, сексуальными партнерами, там, ведущими, но не мужчинами. Почему? Потому что вы не позволяли им себя так чувствовать. А почему не позволяли? Потому что не ставили себя в такое положение. И отсюда отсутствие стимула у мужчин вас завоевывать. А зачем вас завоевывать, если вы и так полностью принадлежите им и ради семьи готовы на все? Простите, если какие-то моменты я сказал неправильно,
исходя из вашего текста, складывается именно такое впечатление. Но если я ошибаюсь, это абсолютно нормально. Не утверждаю, что то, что я говорю, является обязательно истиной в последней инстанции. Тем не менее, вероятность этого, по моему мнению, достаточно высока. И что же вы чувствовали, когда мужчины к вам так относились? Ну, наверное, вы чувствовали беспомощность, наверное, вы чувствовали себя в опасности постоянно. Вы чувствуете себя зависимым. И вы самое главное чувствовали, что повлиять ни на что вы не можете. То есть ваша жизнь, она складывалась так, как хотели мужчины, но не так, как хотели этого вы. Вот это вот ощущение беспомощности, ощущение невозможности повлиять на что-то в отношениях, на человека, в контексте человека, правильно сказать, на свое будущее тогда. Оно создало у вас некий такой стереотип. Стереотип собственного образа. То есть вы недостойны того, чтобы, например, вас уважали. Но при этом вы всегда знали, что со мной будет, с вами будет мужчина достойный, любимый мной и любящий вас. Как вы пишете. Так и произошло, и сейчас у вас все хорошо. Проблема заключается в том, что если раньше вы думали, что мужчины относятся к вам так, потому что вы этого достойны, но вы, по крайней мере, сомневались в себе, что сейчас вы знаете, что, ага, у меня все есть, вы согреты любовью мужчины, вы стали увереннее в себе, вы стали больше женщиной, и вот все эти люди, которые раньше ни во что вас не ставили, ну это я так, образно выражаю, да, все эти люди, понятно, что речь идет про одного мужчину, начали к вам внезапно проявлять внимание. При этом вы понимаете, вы отдаете себе отчет в том, что внимание это проявляется, скорее всего, не к вам, как таковой. Внимание это проявляется к тому, кем вы сейчас являетесь. То есть, внимание проявляется не к вам настоящий, которую увидел ваш муж, а внимание проявляется лишь к тому, кем вы являетесь для этих мужчин. Эти мужчины никогда не интересовались вашим внутренним миром. Эти мужчины никогда не интересовались тем, что вы хотите, о чем вы думаете, о чем мечтаете и так далее. Эти мужчины видели вас раньше зависимую женщину, и они к вам так относились. Теперь они видят вас другую женщину, и они так же к вам относятся. И вы ненавидите именно то, что они не принимают вас полностью, не принимают вас целиком. Они принимают лишь ту часть, которая им интересна, ту часть, которая им выгодна. При этом, игнорируя то, что вы все та же, вы все еще та же. Вы действительно та же. В общем, ну да, вы изменились, вы стали другой, но в общем и целом вы та же. И вы понимаете, что эти люди, которые сейчас вам говорят о том, как вот я мог упустить такую девушку, например, да? Они говорят так лишь потому, что видят то, что им нравится, не видят вас целиком.
и вот эта вот поверхностность, вот эта вот однобокость восприятия человека, восприятия вас, вас злит. Вы-то к человеку со всей душой, вы-то с человеком действительно хотели построить отношения, а вас воспринимали только частично, только в той части, ну, которая была интересна. И вы ощущаете себя, ну, знаете, ощущаете себя как магазин. Вот вроде бы к вам и проявляют симпатию, в то же время вы знаете, что эта симпатия не искренняя. Она эгоистична. И вы понимаете, что это лживо. Это не настоящая симпатия. Это скорее просто желание завоевать, сделать своей ту, которая в глазах мужчины привлекательна, достойна и так далее. То есть вы понимаете интуитивно, что мужчины делают это, проявляют к вам свое внимание, потому что хотят за счет вас самоутвердиться. В частности, вот этот вот мужчина, который кофе вам попить принес и так далее, он именно за ваш счет пытается самоутвердиться. Потому что, ну, иначе никак не объяснить то, как он вел себя с вами раньше, и то, как он ведет себя с вами сейчас. Так вот, ваша ненависть, это, по сути, вот грубо, если сказать, ваша ненависть, это невыраженные тогда эмоции. Негативные эмоции на человека. Сейчас вы можете позволить себе эти чувства испытывать. Те, которые раньше подавляли в себе. И вот, имея возможность их испытывать, вы их испытываете сильнее, чем, например, испытывали бы, если бы не пережили с 15 до 21 года то, что вы переживали. И здесь есть два варианта развития событий. Либо вы поймете, что те мужчины, которые знают о том, что вы замужем, о том, что у вас все хорошо, есть двое детей, вы любите друг друга и так далее, эти мужчины, зная, что вы не свободны, все равно продолжают оказывать вам внимание. Это просто люди, которые пытаются за счет вас что-то себе доказать. Поймите, что эти люди верят в то, что они делают. Они не преследуют какой-то такой хитрой очень цели. Они не преследуют цели как-то вас подчинить. Они не преследуют цели, ну, как таковой, я имею в виду, вас подчинить. Они именно относятся к вам так, как вы позволяете. Раньше они самоутверждались за счет того, что вы были ниже их. Теперь они пытаются самоутвердиться за счет того, что вы позиционируете себя выше. Выше их, возможно, или, по крайней мере, как равная им. И если мужчина вас завоюет, то для него это будет самоутверждение, это будет существенный рост самолюбия. Вы постарайтесь это понять, что эти люди движимы именно этими желаниями. И все. И причины, по которым они этими желаниями движимы, являются дефицит личных благ. У человека есть свои конфликты, у человека есть свои недостатки, свои противоречия. У человека есть своя неудовлетворенность. И вот за счет этого они относятся к вам, относились к вам, так как относились раньше. Пока вы не встретили человека нормального, у которого нет дефицита,
который полюбил вас и научил уважению себя. А эти люди этого не могут. Из-за того, что их не научили уважению, их не научили любви к себе, научили эгоизму, да, а может быть, они и сами научили. Но любви к себе и любви к другим, а значит, любви к другим, их не научили. И отсюда такое поведение. И если принять за аксиому тот факт, что у людей есть дефицит, и дефицит толкает их на поведение первое и поведение второго, то есть поведение, которое было с вами 15 до 21 года, и на то поведение, которое с вами сейчас, то этих людей нужно пожалеть. Пожалеть этих людей. Попробуйте увидеть, насколько они бедны душевно, духовно, психически. Попробуйте увидеть, насколько они не глубоки внутренне. Насколько беден, однообразен сер их внутренний мир. И поверьте, вы тут же увидите, насколько вы выше. И ненависть превратится сперва в шалость, а потом в презрение. Второй вариант заключается в том, что вы можете высказать этому мужчине, который к вам пристает, все, что вы о нем думаете. То есть сказать ему о том, что прекрасно понимаете, почему он так себя ведет. Прекрасно понимаете, чего он хочет. И что он никогда это от вас не получит. И что он не стоит даже вашего мириться. Как говорили раньше. То есть постарайтесь выразить, если хотите, все ваши эмоции ему, этому мужчине, он заслужил. Выскажите все, что о нем думаете, с высоты того, что вы сейчас достигли, с высоты того, чего вы сейчас добились. Выскажите. Вам полегчает. Эмоции вам надо выплеснуть, действие незавершенное завершить. Ага, незавершенное действие почему? Потому что вас обижали, вы не отвечали, вы терпели. И это не было завершенным действием. Действие нужно завершить. Естественно, вы выплеснете, если вы выплеснете эмоции негативные, вам полегчает. Но после этого все равно придется прийти к осознанию того, что я вам сказал до этого. Вот желательно дешевле вот эту вот причину следственной связи, всей цепочкой, которую я озвучил. Вам это пригодится для того, чтобы понимать, чем мужчины руководствуются, когда так себя ведут по отношению к несвободной женщине. Это была первая часть моего ответа. Теперь немножечко поговорим, совсем чуть-чуть поговорим про вторую часть, про второй момент, который я хотел вам сказать. Момент более сложный, не касается он вашего вопроса. Поэтому, если вам не интересно, то, пожалуйста, не слушайте его и просто остановите аудиозапись. Специально сделал небольшую паузу, чтобы вы успели остановить. Если вы продолжаете слушать, значит, вам интересно. И то, что я хочу вам сказать, заключается в том, что вы, может быть, осознанно, может быть, неосознанно написали про своего мужчину. То есть вы пишете: когда я согрета любовью мужчины и не хочу к себе внимания, ко мне липнут другие. Вот что меня насторожило здесь, я даже так сразу и не скажу. Насторожило меня здесь то,
что вы своего мужа, возможно, воспринимаете как средство. Не полностью, безусловно, не полностью, вы его любите, верю, что он вас любит, верю, что у вас все хорошо, но вас согрели любовью, понимаете? То есть вам было холодно, вы были нуждающиеся, и вам дали то, что вы, что вам было нужно. Знаете, в отношениях быть нуждающейся очень опасно, очень плохо, потому что это порождает зависимость. И, конечно, мужчина может быть ваш не такой, как другие. Конечно, мужчина может быть и любит вас, и уважает вас, и ценит вас. Но он дал вам то тепло, в котором вы нуждались. И очень может быть, что это заставило вас воспринимать его как источник этого тепла. Не как отдельную личность, которой вы связали свою жизнь, будучи самой, будучи самостоятельной, независимой личностью, а именно как источник, источник помощи вам, источник того, что нужно, и, спаситель. Он ваш спаситель. И если это так, то возможно, вы, знаете как, я почему отложил вот эту часть на, как бы, ну, на потом? Потому что она связана с тем, что у вас сейчас все хорошо. Работать с тем, что хорошо, ну, как бы не принято. Ну, вот психологи есть такие люди, что могут во всем увидеть проблему. И вы можете просто отмахнуться от этого, сказать, что ой, вы все придумали, это неправда, это ваше право. На самом деле я хочу только одного, чтобы вы были счастливы. Но поймите меня правильно, как бы профессиональное чутье, оно дает о себе знать, и здесь я увидел неправильное восприятие вами, вашего мужа. Знаете, если бы вы сказали, написали точнее так, что теперь, когда я счастлива, или теперь, когда у меня есть мой любимый единственный мужчина, претензий, ну или лучше сказать замечаний, к тому, что вы написали, не было бы. Но вы написали теперь, когда я согрета любовью мужчины, это значит, что своего мужа вы, возможно, воспринимаете именно как средство. И если так, то я бы рекомендовал вам в будущем, в избежании всяких возможных проблем, и напарывание на подводные камни в отношениях, я бы рекомендовал вам не зависеть от уровня теплоты его любви. Вы говорите, я не эффектна и особо ничем не приметна. Это говорит о вашей заниженной самооценке. Абсолютно любая женщина обладает своим уникальным шармом, уникальной красотой и является каждой, ну, каждая женщина является по-своему приметной. Кстати говоря, так же, как и мужчина.
любой мужчина обладает тоже тем же самым. То, что вы так говорите, свидетельствует о недостатке любви к себе, может быть, о недостаточной проработке женской модели поведения и вашего женского образа, то есть кем вы хотите быть, как вы хотите выглядеть, как вы хотите себя вести, кем вы себя видите. Вероятно, вас это подавляли на протяжении долгого времени. Что вы теперь думаете, что вы не эффектная и неприметная. Ну, поскольку с 15 лет у вас началось общение с мужчинами, и причем достаточно негативно, то полагаю, что и с родителями вашими у вас были некоторые проблемы. Если так, то еще родители в детском возрасте начали внушать вам о том, начали внушать вам то, что вы неприметны, некрасивы и неэффектны. Начали внушать вам нелюбовь к себе. И вот это вам нужно исправлять. Любить себя, безусловно. Для этого необходимо понять, почему родители к вам так относились. Почему мужчины относились, мы разобрали немного. А почему родители так относились к вам, что вы не считаете себя самой лучшей, самой красивой и самой эффектной? Большой вопрос. Вопрос, который требует проработки. И после этого вам нужно выработать для себя идеал, свой собственный идеал, к которому бы вы стремились и на который бы вы стремились быть похожи. То есть, условно говоря, выглядели бы так, как вы хотели бы себя видеть всегда. Соответствовали бы тому образу, который вы всегда для себя считали наиболее подходящим. Это то, что вам нужно сделать. Это то, что очень важно для вас. И вот это я рекомендую вам делать сейчас, когда у вас все хорошо. Потому что именно в этом положении лучше всего заниматься личностным ростом. Когда у вас есть и поддержка, и средства, и возможности, используйте это себе во благо. Используйте это для себя. Учитесь любить себя. Учитесь уважать себя. Учитесь считать себя самой красивой, самый эффектный, самый приметный. И тогда вы не будете считать, что вас согрели. Тогда вы будете считать, что вас завоевали, а вы выбрали. И вот это будет правильная позиция, которая исключит возможность негативных моментов в вашем будущем. Сделайте это ради ваших детей, чтобы они выросли в семье полной, в семье комфортной, в семье любящей. Сделайте это ради своего мужа, чтобы он всегда восхищался вами и продолжал это делать. Но сделайте это в первую очередь для себя, чтобы человека воспринимать как ценность в себе и себя воспринимать как ценность в себе же. Поверьте, вам это пойдет на пользу. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.